Я вспомнил фильм «Брат 2», где герой говорит украинскому американцу: «А ты еще за Севастополем не ответишь». Это всегда была большой проблемой и болью для русского человека. Мы знаем свою историю, как было отвоевано, сколько крови было положено русских солдат, захватывая и забирая в Османской империи, который, кстати, написал в договоре, что никогда третьей стране Крым не должен переходить, кроме России. Что и произошло естественным путем. На референдуме было 97% за присоединение. Значит, все как бы восстанавливается. Я уверен, что Крым — это будет лазурный берег, как в Ницце, в Каннах. И туда будут приезжать и украинцы, и русские, и белорусы, и вообще все. То, что он будет цветущим краем благодаря этому присоединению, это однозначно.